Гурудев. Я такой ленивый. Мне лень даже задавать этот вопрос. Что делать? Какая гарантия в том, что если я дам тебе какой-то совет, ты захочешь его внедрять? Лучше я промолчу. Знаешь, лень можно преодолеть только тремя способами. Посредством жадности, страха или через любовь к чему-то. Из-за страха ты преодолеваешь лень или жадности. Допустим, кто-то скажет, что ты получишь 10 тысяч или 10 миллионов. Неважно. Эта жадность заставляет тебя шевелиться. И третий способ – это когда ты любишь что-то, когда ты по уши влюбляешься во что-то. Тогда ты способен справляться с ленью. Thank you.